Ты говоришь, ты сценарист? Что? Я сценарист. Я не выискиваю новости в обществе. Я артист. Это моя униформа. Вот как я служу общему блогу. Я подбираю новый писательский проект. О чем эта история? Это экшен-триллер, романтическая мелодрама. Но в ней, конечно, очень много комедии. Это неформально, но вот что я думаю. Скажем, Джим Керри. Он с ума сходит по этой девушке, но любит переодеваться. Сказать или не сказать? Они даже не знают друг друга, но они делят одну комнату. Это любовная история, как называется. Ромео и Затерянный остров. Не говори об этом. Хорошее название. Впервые в жизни я, кажется, не могу ничего написать. Это не смешно. Как будто мое перо сломалось. Я написал 26 страниц. Нет, я написал одну страницу 26 раз. Должно быть замечательно быть сценаристом. В самом деле. Все работаешь и совсем не играешь. Какой-то скучный. Это очень многообещающий первый сценарий. Лучше быть не может. Нет ничего плохого, просто это недостаточно хорошо. Мне не нравится название и не нравятся некоторые персонажи. Ты написал эту штуку? Нет, но я напишу. В первом сценарии, который вам понравился, вы говорите, что вам там что-то понравилось? Да, и цвет Библии очень хорошо выбран. У меня есть идея. Впервые за 4 месяца. Парень ищет девочку, и он ее находит. Нет, он ее теряет. Поставьте свои деньги на любовь. Мне это нравится. Конец. Готово. Готово.